Якутский шаман Габушев уже неделю находится в психоневрологическом диспансере. Его, значит, задержали, как вы знаете, отправили, адвоката не пускали. Вначале сказали, что его там в карантин отправляют, потом оказалось, что в психушке нет никакого карантина там и так далее. И телефон ему теперь дают на 10 минут в день. И, говорит, колют какими-то препаратами снотворными. То есть это вот как раз самая натуральная карательная психиатрия, карательная медицина. Ну, надеюсь, что они понесут за это ответственность. И понимаю, что Габышева надо, конечно, вытаскивать. Потому что что они ему колют, никто не знает. И наколют такое, что он действительно рехнется. Потому что сделать человека безумцем при помощи препаратов не представляется никакого труда в настоящий момент. Поэтому я говорю, я очень не хотел, чтобы путинцы меня выловили. Очень не хотел. Потому что я знал и много нюансов, которые я сейчас не открываю. Да, но могу рекомендовать, что если человек задержан, человек арестован, ни в коем случае не пейте, не ешьте, что вам дают. Всегда лучше попроситесь в туалет, там, где туалет, всегда есть умывальник, всегда есть вода, лучше напейтесь из-под крана, да, в конце концов, да, как вот этот репортаж с петлей на шее Юлиус Фучик, помните, там начинается с того, что приходит в себя после побоев и пьет из унитаза. Лучше из унитаза напиться, чем, блядь, у этих что-то брать, потому что там будет возможно что-то вам врулить. Так что шаман надо защищать, как пишут, заколют шамана запросто. Запросто. Слава, даже когда плешивы будут судить, будут находить те, кто будет плакать, даже из нищих. Нет, не будет. Поверьте мне, народ устроен таким образом, что как только его будут судить, скажут: а, он нас обманул, как помните в этом, в Южном парке. Он Саддам Хусейн, помните, там премьер-министр Канады оказался Саддам Хусейн. Здесь будет то же самое, не будут они плакать. Поэтому я и хочу, чтобы его обязательно судили. Потому что если он просто, там, цанистый калий сожрет этот гад, то тогда, да, тогда какая-то часть там ватников будет убиваться. А вот когда он будет на скамье подсудимых, будет рассказывать все, вот это обязательно надо устроить. Причем, вы же понимаете, нам абсолютно безразлично, какой из путиных это будет рассказывать. Вот я вам, положа руку на сердце, скажу, я это устрою в любом случае. Нам безразлично. Это двойник, тройник, удлинитель. Он будет Путиным, и он будет, сука, рассказывать. Там достаточно тех, которые принимали в этом участие, которые знают все. А кто он там? Какой из них настоящий? Я абсолютно фильтровать это не буду. Мне это не нужно. Я притащу им Путина, блядь, и он будет сидеть на скамье подсудимых, будет, сука, каяться, блядь, и эти падлы все будут это слышать. И будет конкретно, будут рассказывать, какие счета, куда загоняли деньги, сколько украли и прочее, прочее, прочее. Все это мы увидим. Поэтому ему пофигу. Мне вот совершенно. Сожрет он этот цианистый калий, блядь, там, не сожрет, там, убежит он куда-то, блядь, не убежит. Он убежит, похер, абсолютно. Мы найдем Путина. Голограмма, сидящая в бункере, может и отдать приказ стрелять в народ, а потом спросить будет не с кого. Да, конечно. А как же? И вот эти щиты, которые дистанционно будут приводиться в действие. И вот эти машины, у которых там разворачиваются щиты огромные, и там тоже дырки, и в них тоже для осы стоят боеприпасы, тоже электрические, тоже на расстоянии можно произвести выстрел. То есть все можно сделать дистанционно. Путин дистанционно, голограмма отдает приказ стрелять, да, кто-то дистанционно нажимает и стреляет, но, понимаете, разбираться будут не с голограммой, разбираться будут с живыми людьми. Когда мы победим, мы же не будем судить голограмму. Голограмма сама по себе не работает. И кто-то управляет. И вот те, кто там управленцы, я думаю, что они все нам подробнейшим образом расскажут. Представляете? Все мы узнаем. И кто там нажимал. Сейчас они думают, что они такие хитрые, что они все спрятали. Да? Но первого прям берем за хобот, блядь, и он начинает калякать. Это я вам железно говорю, я 90-е пережил. Понимаете?
Я знаю, что люди умеют петь. Такое вам споют, вы просто охереете. Вы даже от них и не ожидали этого услышать.